В округе продолжается благоустройство дворовых территорий. В этом году запланировано обновить 34 участка. На одном из них побывала наша съемочная группа. Комфортная парковка, где каждый может оставить автомобиль в положенном месте. Благоустроенная стоянка здесь появится по просьбе жителей. Это еще не все обновления, которые получит двор на улице Новой. Конкретно по этому двору проводятся работы по устройству детской площадки игровой площадью 100 метров. Также проводятся работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. Общая площадь реновации – 1700 квадратных метров. Чтобы закончить все работы в срок, одновременно здесь трудится 25 рабочих, задействовано 8 единиц спецтехники. Вместе с жителями ход работ проверил глава округа Владимир Ружицкий. Все-таки мы территорию обновляем, и когда ты заходишь на территорию, и травка зеленеет, и нет деревьев сухих, и бордюр новый и прямой, и асфальт без каких-то углублений, ям, потому что когда дождь идет и асфальт положен неправильно, то лужа возникает. Когда это все добротно сделано, конечно, другая картина. Поэтому есть задача здесь просто этот порядок навести и поддерживать. Этот и другие дворы благоустраивают по результатам голосования на сайте Добродел. Все работы планируют завершить 31 августа. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.